Tidis Brons. Deus sentiu mais número Tidis Brons no Arrigas. Ну как прошел забег? Ну, конечно, очень тяжело было. Очень тяжело. Это даже... ну, объяснить очень... Ну, скажу так. Объяснить это невозможно. Потому что бегать 24 часа в сутку, ну, это самая тяжелая дисциплина, какую вообще человек, ну, может придумать. А почему вы этим занимаетесь? Очень хороший и очень тяжелый вопрос. И очень тяжело отвечать на такой вопрос. Но, наверное, там что-то есть. Вообще есть так, что я всегда знаю, что я могу лучше, я могу быстрее, я могу дальше. Ну, может быть, это и самый главный – это борьба. Ну, знаете, то, что есть возможность бороться как-то. Против себя, против других, но самое главное – это борьба против себя. Может быть, это и главная причина, почему я этого делаю.